Пара слепых, которые отказались женить в ЗАГСах Нижнего Новгорода, сыграет свадьбу в другом городе. Теперь влюбленные решают, как перевести всех друзей на торжество в соседний Дзержинск. Антон и Елена устроят праздник в тот день, который планировали с самого начала. В родном городе церемонию провести отказывались из-за того, что пара не может самостоятельно поставить подпись. А в Дзержинске согласились расписать влюбленных, только попросили сделать специальные штампы, с помощью которых они и заверят документы. И несмотря на то, что провести торжество в другом городе достаточно сложно, Антон и Елена счастливы. Ведь не пришлось ничего переносить.